Привет, с вами Ольга. Сегодня приготовим огуречный кляр. Он получается вот такого, насыщенного зеленого цвета. Все ингредиенты и описание смотрите под видео. Давайте готовить. Берем огурцы, хорошо моем. Нам понадобится только кожура. Очищаем. Остальной огурчик используйте для блюда, для какого-нибудь салатика. Из кожуры выдавливаем сок. Берем огуречный сок, туда добавляем одно яйцо, соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем, взбалтываем так, чтобы у нас получились пузыречки. Добавляем специи, перемешиваем и добавляем муку. Перемешиваем так, чтобы не было комочков, взбиваем. Тесто должно получиться такое между блинным и оладьем. Вот такой кляр у нас получился. Если вам понравился, делитесь им с друзьями и до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно!